Такой корм, который я вам сейчас покажу, он находится у меня в отдельной кормушке постоянно, ежедневно. Вот я сегодня приобрел опять. Это грецкий орех, тыквенные семечки, фундук. Ну и травы у меня есть они. Здесь 5 видов трав. Мак. Но мак я добавляю в корма, во влажные немножко. И вот в этот ореховый корм. Получается вот так вот. Все я мелко давлю. Все вот эти 3 вида орешков. Можно сюда и семечки подавить, и кедровые орешки. Добавляю сюда, вот в этот корм я добавил травы немножко и мака. Все хорошенько перемешал. И видите, какая получилась замечательная смесь. Постоянно она находится в отдельной кормушке. Всегда. Постепенно, потихоньку все это выедается. Калорийный, хороший корм, я считаю. Орехи, тыквенные семечки, фундук. Траву я добавляю во влажные корма всегда. Ну и в мешанки их надо добавлять, и в любые корма. Мак он тоже необходим. Так что вот сейчас я надавил кормом и буду сыпать в отдельную кормушку. Так что удачи вам всем. Кормите своих птиц, не забывайте, балуйте. Хотя это не баловство, но этот корм в рационе птицы должен быть обязательно просто.